Все, закрывай дверь. Друзья, доброе утро всем, добрый день, добрый вечер, смотря в какое время вы будете смотреть это видео. У нас 8 часов утра, и я приехала в поликлинику. Хочу проверить зубы после карантина, надеюсь, что все хорошо, потому что я не хочу лечить зубы. Ну, я думаю, что никто не любит зубного. У нас в поликлинике хорошие врачи. Если что-то серьезное, там какое-то протезирование или, возможно, зуб, который требует какого-то особого подхода, у меня такой один есть, который живет какой-то своей отдельной жизнью от моего организма, то, конечно, лучше идти, ну, в какое-то более профессиональное место, где другая аппаратура. Нас отлично просто делают, и не вижу смысла платить больше. Во всяком случае, те два врача, которым я хожу в нашей поликлинике, меня полностью устраивают. И пломбы от них стоят дольше, чем от врачей в дорогих клиниках. Вот так вот на практике. У нас очень холодно было эти дни, были морозы сильные. И прям такая, знаете, зима-зима, и вот даже намека на весну нет. Но мы не теряем бодрости духа, ждем хорошей погоды и надеемся, что она скоро нас, что хотя бы весной запахнет. Я вот до сих пор с теплыми варежками в машине за руль. У меня руль без подогрева. Это, конечно, минус большой. Вот такие вроде мелочи, да, как подогрев сидений. Потом у меня вот в прошлой машине, да, был датчик дождя. Простите, у меня что-то с утра, не знаю, речи не вяжется. Датчик дождя. И я настолько, когда мы покупали машину, вот прошлую, с датчиком дождя, я думаю, ну это, наверное, какое-то такое излишество. Это было давно еще, 2008, наверное, год. И мне, как это по-русски... Ну, в общем, девушка-консультант, которая продавала машины, и она говорит, что вы не сможете без него обходиться. Вот эти мелочи такие, они дают такой комфорт. Я с ней полностью согласилась, потому что я настолько оценила эту функцию. Ну, естественно, подогрев сидений и так далее, потому что до этого у меня была очень старая машина, прям такая древняя. А вот в этой машине у меня нету датчика дождя, к сожалению. И это сразу... В общем, потребовалось время, чтобы привыкнуть. К хорошему привыкаешь быстро. И, конечно, в нашем климате нужно, чтобы руль был с подогревом. Ой, что-то я разговорилась тут с вами. У меня просто есть время еще до приема у врача. Вот. Так что давайте проведем несколько дней вместе. Давно не было такого простого видео. Так, ну что тут у нас с очками? Так, уже кому-то я нужна. Я уже вышла с поликлиники, все хорошо, слава богу, ничего не пришлось делать, потому что, наверное, все не любят это ощущение после укола, когда рот не шевелится несколько часов. Это, конечно... Мне кажется, это самое неприятное, что есть в зубном, это вот анестезия, и когда ты от нее отходишь, почему-то я ее очень тяжело переношу. Вроде бы у меня нет никакой аллергии, не знаю почему, но у меня потом обязательно к вечеру начинает болеть голова, когда вот делают анестезию, если лечу зубы. Так что все отлично. Переживала в течение карантина, что нельзя попасть к зубному, и как там дела обстоят, ну вот, слава богу. Сейчас поеду
домой. Мои ребята там учатся. Заеду сейчас в магазин, куплю по круассанчику к завтраку. И так, по мелочи еще кое-что нужно взять. Ну, вот такая грязище. Это, конечно, не украшает город. Мне, конечно, нужно купить какой-то держатель сюда в машину. И мне кажется, будет иногда интересно включать камеры вперед. У нас очень красивый холмистый город, как я уже говорила тысячу раз. И готова повторить еще столько же. Ну, конечно, не в такое время года, а весной и летом. Мне кажется, здорово будет иногда включить камеру и поболтать о чем-нибудь и заодно показать вам наш город. Нужно этим озаботиться. До сих пор все магазины закрыты, поэтому, конечно, парковки полупустые. Я уже дома. Сейчас покажу вам, что купила в магазине. У нас были скидки на рыбу. Я взяла лосось, такой целый пласт, половину рыбы. Это филе. Не знаю, часть, наверное, засолю. Часть, может быть, запеку, часть, может быть, суп сварю. Посмотрю, еще не решила. Также взяла 3 больших кусочка карпа. Сегодня буду готовить на обед. Хлеб чиабатта, темное. Планирую устроить такой ужин в итальянском стиле. Ну, что-то в этом роде, импровизация. Помидоры на веточках, сливки и круассаны. Решила взять не простые, а с карамелью. Они очень вкусные. Беру их крайне редко, но можно себе иногда побаловать. И хотела показать вам, какой я вчера купила салат. С живыми цветами. Съедобными, конечно. Раньше когда-то я покупала цветы, которые можно использовать в пищу. И сама засахаривала их и использовала в украшениях для тортов. Я рассказывала вам, но давно этого не делала. Но вот салат, набор салатных листьев встретила впервые. Это наш завтрак. Разная зелень, помидоры черри и яйцо. Это не яйцо пашот, это всмятку сваренное яйцо, и просто я его целиком почистила. Это легко сделать, просто нужно хорошо скорлупу побить, чтобы нигде не осталось такой большой площади неразбитой скорлупы. Тогда оно легко чистится, и вот тоже получается такая красота. Бутерброд с творожным сыром и свежий огурчик, специи. В общем, все просто. И круассаны, кофе. Творожок немного у меня оставался. Если кто-то захочет, сейчас достану еще брусничное варенье. И будет очень вкусно. Завтрак, как я уже говорила, это мой любимый прием пищи. У нас в семье все любят завтрак.
хочу показать вам зернышко, помните, которое мне попалось в яблоке в форме сердечка на День Святого Валентина. Я его положила так в ваточку и вот ждала, пока оно прорастет. Оно никак не хотело этого делать, и я уже подумывала, что, наверное, надо бросить эту затею, но нет, упустила вот такой стебелечек, росточек, и, наверное, нужно уже в землю его пересаживать. Вдруг что-то из этого получится. На обед сегодня, как я уже сказала, будет карп. Я отварю также картофельное пюре. Хотя карп – жирная рыба, ее предпочтительнее подавать с овощами, с лимоном. Но у меня двое мужчин, и для них этого будет мало. И они любят картофельное пюре, поэтому я все-таки немного варю. И салат делаю со свеклы. Там чернослив, грецкие орехи, немножко чесночка и буквально ложка майонеза без горки, просто чтобы свеклу, так сказать, смазать. И я разделала уже карпа. Я вот так разрезаю по косточке вот в этом месте. И так удобнее и жарить, и есть потом. А если вдруг на стол, то я полностью удаляю и вот эту реберную тоже кость. И тогда вообще получается практически филе. Это зеркальный карп. Нового из ухода к весне. Так получается, что к осени и к весне мне всегда хочется как-то обновить свой уход. Как правило, как раз к этому времени заканчивается предыдущий. Итак, хочу начать. Так, эуцерин я ничего говорить не буду, потому что я уже много раз вам об этом говорила. Мазь Аквафор, без которой я не могу обходиться, использую ее как бальзам. Оставлю здесь стоять. Как бальзам для губ. У меня заканчивается, поэтому я заказала новый. Два продукта от новой для нас дочерью марки Relastil. Это итальянская марка, она продается у нас в аптеке. И я попробовала ее у дочери. Там отличный состав. Это тоник с прекраснейшим ароматом, с очень нежным уходом. И после этого тоника даже зимой, даже моя очень сухая кожа не требует немедленного нанесения крема. Я могу спокойно закончить свои процедуры в ванной комнате и только потом наносить крем. В состав тоника входят экстракты овощей, рутин, пантенол для нормальной, чувствительной и деликатной кожи. Отличный тоник. И это средство для умывания, увлажняющее, ребалансирующее, с гиалуроновой кислотой, с высокой и низкой молекулярностью, с керамидами и омега-6. Это чудесная пенка для умывания. Сейчас я открою. Вот так она выглядит. Я тоже пробовала у дочери до этого средства самой мягкой очищающей пенкой, молочком для умывания. Для меня было средство от Sensai Milky Soap. Я много раз о нем говорила и показывала в каком-то из старых видео в пустых баночках. Могу сказать, что оно однозначно не хуже, а может быть даже и лучше. Настолько мягкая, настолько не стягивает кожу и настолько прекрасно очищает. Здесь 200 мл, и когда средство будет подходить к концу, обязательно поделюсь с вами более развернутым мнением об этом очищающем средстве. Возможно, ну просто когда ты пользуешься на протяжении долгого времени, ты уже понимаешь, привыкает кожа к нему или нет, хочется тебе его скорее закончить. Ну, такие вот нюансы. Увлажняющее средство от Lancôme. Здесь хороший состав, я никогда его не пробовала. У нас очень хорошие отзывы об этом средстве, и я надеюсь, что оно не подведет.
потому что их прежние линейки, вот зелененькая такая была, не помню, как она уже называлась, были средства просто отличные. И надеюсь, что это будет хорошая подмога для моей кожи на теплое время года. И я в этом году осталась под большим впечатлением от ухода от Веледы. Я вам уже говорила, мне безумно понравился мой крем Skin Food. Прекрасный, рабочий, универсальный продукт, который, я думаю, станет незаменим в моей косметичке с уходом, так же, как и Аквафор от Eucerin. На Новый год я мужу подарила мужскую линейку ухода от Веледа. И сначала все время спрашивала его, ну, как тебе понравилось, как там крем, как тебе лосьон после бритья, крем для бритья. И он как-то так пространно отвечал, что мне нравится, неплохо, ну вот как-то не было такого восторга. Но спустя какое-то время, всему требуется время, нужно распробовать, он стал спрашивать меня, где я покупала этот крем, сколько он стоил, потому что мой муж всегда... Ну, знаете, как мужчины всегда экономят на себе. Для нас ничего не жалко, а для себя, если крем дорогой, он никогда покупать не хочет. В основном только если я ему подарю, тогда. Я сделала вывод, что ему очень понравилось. И да, он теперь постоянно говорит, что крем отличный, ему очень понравился, и он хочет его повторить. Единственный минус, что все средства немного... мягко говоря, маленькие в этих линейках. Но они настолько концентрированы, что, в общем-то, хватает их надолго. Вот не считая крема от Skin Food, он в таком большом полноразмерном объеме идет. Итак, здесь у меня увлажняющий лосьон для лица. Я специально выбрала именно лосьон, потому что там есть и крем. Думаю, что для лета моей кожи этого будет достаточно. Крем для... кожа вокруг глаз, он тоже чуть меньше стандартных объемов. Обычно крем для кожи вокруг глаз 15 мл, здесь 10 мл. Я им уже пользуюсь. Здесь такой железный шарик, которым, в общем-то, я не любительница таких шариков в уходе, но здесь наносится очень легко, не тянет кожу. И что могу сказать после первых 5 дней использования. Возможно, для возрастной кожи одного этого средства недостаточно, и лучше на ночь наносить что-то такое более активное, как я люблю от Shiseido или Sensai. Но увлажнение дает отличное, и даже спустя 3-4 часа кожа под глазами такая, даже вот пальцы как будто немного прилипают, оно не липкое, но вот палец чувствует, что кожа как бы напитана. У меня есть в планах еще, у меня закончился мой крем от Shiseido, эмульсия вернее, и я планирую сейчас приобрести крем от Clarins, который обещает хорошее увлажнение и лифтинг-эффект. Более того, они обещают, что он накопительный. Отзывы на этот крем очень хорошие, и я думаю, что в ближайшее время он у меня появится. Я никак его не могу отследить, он только у нас появляется, и тут же... его раскупают. И вот такая брызгалка от Веледа. Брызгалка, я, конечно, как скажу. Это тонизирующая такая водичка. Здесь очень простой распылитель. И я очень надеюсь на то, что он будет распылять хорошо. Потому что он такой здесь, ну, очень простой. Я еще не пробовала. И его, конечно, как всегда, можно наносить и во время макияжа, и на макияж. И, в общем, в любое удобное для вас время. Я забыла еще упомянуть, что от Relastil я пробовала у дочери крем, очень увлажняющий. К концу января у меня уже, наверное, кожа достигла предела своего, и у меня появились какие-то более сухие места, и даже такие, как сказать, ну не покраснения, но уже такая кожа была на грани. И я стала подумывать о том, чтобы купить что-то очень активное. И вот воспользовалась по совету дочери этим кремом. Вы не поверите, после первого же применения у меня кожа была как будто после салонной процедуры. Настолько кожа напитанная, и от этих мест, которые стали более чувствительными, не осталось и следа. Более того, это был такой
одноразовый, но накопительный, что ли, эффект, я не знаю, можно так сказать. То есть за один раз кожа на лице пришла в норму, настолько он активный, настолько он увлажняющий был. Ну и, конечно же, я продолжала пользоваться вот этим кремом от Веледа Skin Food. Иногда, ну раз в неделю точно я наносила его на лицо. Просто прекрасный. Друзья, ну вот все. У меня есть еще покупки из декоративной косметики. Их немало, учитывая, что последнее время я вообще не покупала ничего из декоративной косметики, не считая палетки от Dior. И чуть позже я вам покажу, потому что жду еще кое-какие заказы. И в планах есть кое-что заказать, что вряд ли у нас появится в магазинах. Об этом чуть позже. Я благодарю вас, что вы были сегодня со мной. Если вы впервые на моем канале и вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Пишите комментарии, я всегда очень рада им, всегда отвечаю. Я желаю всем счастья и до новых встреч на моем канале.